Привет всем! Сегодня у нас 26 июля, и сделаю обзор огорода, что сейчас растет, как. Такие вот уже тыквы выросли, здесь лежат. Одна, вторая. Горох спеет. Надо будет потихоньку собирать. И вот этот фиолетовый, и обычный. Все поспевает. Такой вот гороховый забор. Цветет и кориандр белым вот таким вот цветом. Это самосейка. В общем, сам он насеивается и цветет. Зацвели цветы. Потихоньку начинают они вот. И львиный зев, и рудбеки так вот цветет. Это у нас диморфотека, сальпингосис, ну и флоксы. Петуния цветет, гелиотроп там вот начинает цветать, астры скоро распустятся. В общем, такая вот будет клумба. Флоксы вот так вот цветут. Самые разные расцветки. Начинает поспевать земляника. Такой вот урожайчик, надеюсь, будет. Такие ягодки спеют потихоньку. Все больше и больше зацветает ее. Кустики молодые цветут потихоньку. Ну, ягодка уже будет, скорее всего, вот в августе. Такая основная. Здесь тоже кое-где цветет. Молодые кустики. Это из усов уже, вот это посерединке идет нынешнего года. Кустики. Здесь цветет тоже. В общем, где-то обновленные, а где-то старенькие кусты. Такие тоже здесь ягодки. Красненькие, краснеют. В общем, говорят, что надо, чтобы она подольше полежала. Даже если красная, тогда наберется сладости. Вот там вот тоже такие небольшие лежат. Такая вот. Не огромная, конечно, но тоже ягодка. Вот это с магазинных семян Флориан. Земляничка. Здесь тоже такой кустик с такими ягодками. Такой вытянутая они форма. Петуния цветет. И вот здесь алисум был посажен. Так он тоже симпатично смотрится вместе с петунией. Цинии распускаются. Это из своих семян. Поэтому здесь самые разные расцветки. Но большинство почему-то получилось вот таких вот оранжевых. Тоже они все красивые. Хоть оранжевые, хоть и поярче вот здесь такой оттенок. И здесь тоже такой вот цвет симпатичный будет. Вот они сейчас кустятся, потом уже будет цвести. Укроп здесь на чесноке пооставался, астр несколько тут посажено. Распускаются, ну сейчас сходим туда еще. Здесь земляника тоже, сельдерей сейчас покажу вам. Тут рыжий котик наш уселся. Вот такой вот сельдерей корневой. Это еще один. Тоже где-то такой же вот. Здесь на грядке земляника этого года из своих семян. Ягодки только начали наливаться тоже вот такие. Не очень крупные, но
Ягодок будет много, наверное. Там тоже веточки лежат. Картошка уже отцвела практически. Здесь немножко базилика растет. И перец, вот, который подмерз у нас в этом году. В июне. Вот он так отрос. Но только сейчас он цветет. Урожай будет поздний. Ну, к августу, скорее всего, к концу. Здесь тоже цинии. Это из магазинных семян. Такие вот высокие. Лук-порей. И редька. Прополана. Такая редька. Будет расти горох здесь тоже. На поздний урожай, так скажем. Только, наверное, он будет к сентябрю. Ближе уже. Когда уже основной горох отойдет. И такой вот огород. Вот этот сорняк осока. Его совсем не вывести. Все в осоке в этой. Хоть и выбираем. Именно весной выбираем. Когда огород спашется. И толку нету. Тут плугом он растаскивается по всему огороду. Уже даже здесь пришел. О, как подсолнухи зацвели. Надо будет посмотреть, какие красивые. И луку тут порей зацветает. Тоже такая симпатичная шапочка. Вот такая вот. Такой будет. Ну, семян-то не будет, но так для красоты уже пускай цветет. Такая вот клумбочка здесь тоже будет. Из цинии. На солнышке они очень хорошо растут. Астры вот так вот много зацветет. В этом году их заморозком немножко подбило, поэтому они, у них верхушки отмерзли, и они вот стали такие кустистые, отросли. Не будет много-много вот таких вот астр. Петуния цветет. И здесь вот львиный зев. Уже зацвел, кстати, розовый. Там желтый кариопсис распустится. И тоже такая вот клумба. А здесь надо будет пропалывать дальше. Тут у пчел очень тяжело полоть. Они такие агрессивные, поэтому там получится будет даже, может быть, и заросшим. Потому что нападают. И, ну, неохота быть покусанными. Здесь надо, конечно, выпалоть. А там около уликов. Только поздно надо будет. Вечером или рано утром. Вот так вот. И ежевику вам покажу. Tallless Evergreen от Садов России. Такой вот кустик. Начал он разрастаться вот только сейчас. Ну, посмотрим, как будет расти, как будет плодоносить. Ну, так вот такая ежевичка. А пчелки вот так вот несут мед. Сплошным потоком. Сегодня погода хорошая. Тепло, жарко даже будет днем. Здесь у нас лук на зелень, который на еду рвем. Такой вот вырос уже амарант. Красный, хвостатый. И капустка. Постепенно, даже поздняя вот начала завязываться. Капуста. Там уже ранняя выросла. Листья все нижние оборвали, чтобы было проветривание. Брокколи тоже срываем. Вот такая вот одна осталась, только брокколи. Так всю сорвали. Вот и этот домик так хорошо летает. Кабачки растут, туда не пойду. Это прям на лете у пчел. Кукуруза зацвела. Початков будет, наверное, много. В этом году реже посажено, всего 6 штук. Тогда, наверное, может, початки будут покрупнее. Так вот цветет. Махалки. И баклажаны в парнике.
наконец-то тоже начали расти. Сейчас я вам покажу. Видите, сколько баклажанчиков. Здесь тоже. Пока был этот холод, вообще ничего не хотело расти. Вот только буквально 2-3 дня тепла, и сразу все растет. А так холодина стояла. Здесь что-то лист один подскрутился. Там вот белый такой баклажан. Начинают расти только. Дыньки вот здесь тоже растут. Такая дынька. Ну так, неплохая. Хорошая вроде бы. Сейчас как раз жарко будет. Там тоже есть, еще он лежит. Лист сломался один. Ну и маленький, там тоже маленькая есть. Будет, не будет, посмотрим. Но большие должны вот эти вызреть. Огурцы уже здесь понемножку отходят в этом. Здесь даже уже сухие листья. Ну ничего, огурчики так есть тоже. Здесь покажу. Даже уже большущие перерастают. Но вот эти зелененькие, они только вот начинают цвести. Там он висят. Эти уже староватые. И вторая часть грядок. Здесь такая фасоль, вьющаяся ранее. Начинает она цвести. А гератум здесь посадили. Тоже зацветает. Большой вот этот цветок, я не знаю, как он называется. Цветет, конечно, он не очень, так сказать, презентабельно. Вот так вот. Немножко потом распускается, но сильно не цветет так красиво. Больше, наверное, вот из-за вот этой вот листвы его выращивают. Такой вот он высокий, большой. Но цветет не очень красиво. Здесь зацвели бархатцы. Высокие бархатцы тоже зацветают. Кукуруза растет. Горох и лук. Лука много посадили в этом году. Практически где-то 3,5 грядки лука. Эксибишен, ялтинский красный. Богатырская сила. Это из семян. Такой лучок. И свой обычный лук. Такой вот ялтинский. Здесь тоже фасоль вьющаяся. И вот такая вот опора. И зацветают подсолнухи вот так вот красиво. Здесь морковка вот так вот разлохматилась. Свекла. И там тоже немножко еще морковки. Капуста поздняя. Морковка так тоже вроде бы должна быть хорошая. Это крупная морковка называется. Русский гигант. И такая вот капустка. Здесь как-то и меньше. Еле листья у нее целые все. В основном. Так вот. И грядка навозная. Здесь такие вот арбузики. Небольшенькие. Тут тоже такой арбузик. Домашний. И дынька здесь. То ли одна, то ли две. Там одна. И вторая вот здесь. Еще растет все. Правда, ботва вот у огурцов, как-то ботва все равно уже начинает подпорчиваться. Здесь тоже арбузики, но их нынче подморозило. Мороз этот был в июне. Посморозил. Они вот только вот эти вот арбузики отросли. Не знаю, будет, не будет. Вот так вот такой вот огород.
Вот такой вот получается обзор. Лето, конечно, прекрасная пора. Все растет, все цветет. Не заметишь, уже скоро осень придет. Вот уже июль заканчивается, останется всего один месяц лета и все. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго.